Тут привез их, по-видимому, а-а-а, на шашлык, наверное. То ли сбежали, то ли отпустили их. Это мамаша, а это папаша. Да, прям абсолютно. Да, осторожнее, он напрыгивает иногда. Прыгает, прям на голову старается запрыгнуть. А-а-а. Так, а дверь закрывать? Ну да, так вот. Да, самим бы потом выйти. Выйдем. Ну что, мама? Это мама. Ну а это прям совсем пыжик. Да? Да? Ну, давай, давай. А их северные Карелии, да, уже Мурманской области? Да. Нет, они-то гуляли у нас, так никто не знает, откуда их забрали. То есть недалеко от Питера, да? Не, мы-то их забрали прямо под Питером. Да. Ну, так кто их сюда привез, с севера, никто не знает. Я говорю, здесь они у кого-то или сбежали, или выгнали их просто. Ну да. Они в содержании-то очень такие прихотливые. Вот маленький, но он черненький, значит он дикарь, дикий. Дикие. Алло. Привет, привет. Ну спал я, спал. Приехал утром. Думаю, в отпуске ты или не в отпуске, будить тебя или нет. Ну, спать не валился. Да, да, да. А ты что, малыша-то обижаешь, а? Ну, в Карелию сегодня вечером, наверное, после 9, а... В Тверскую, ну не знаю, конец, наверное, мая. А что? Ну да. А что ты хотела? Так и я хотел тоже узнать, что у вас там, как, что вы планируете. Ну, там будут, но они не мешают, мы же сделали на улице это самое, рассадник, полисадник.